Молодая гвардия, общественная палата округа за здоровый образ жизни и чистую окружающую среду. Мы приняли решение всем коллективам в день физкультурника выйти сюда на площадку для того, чтобы реально сдвинуть с мертвой точки весь тот объем, который здесь находится. Одинцовское городское хозяйство предоставило спецтехнику и контейнеры. Мусора оказалось много. Лесной массив умело скрывает следы пребывания людей в этом месте. Такое настроение хорошее, вот как после спорта. Когда ты бежишь, у тебя выделяется адреналин. Хочется так много дел переделать. И палки эти убрать, и ящики, и мешки, и бутылки, и так далее. Мы убираем все это, в мешки складываем, а рядышком приходят люди с такими же огромными пакетами, усаживаются на чистые места и начинают раскидывать бумаги, и мы уже ходим, как зеленый отряд. Ребята, пожалуйста, убирайте за собой, потому что каждый раз приходить и находить новый пакет, ну, это не очень приятно. За весь субботник было собрано и вывезено 4 20-тонных контейнера строительного и бытового мусора. Некоторые пришли даже с детьми. Лизе 11, говорит, на таком мероприятии не впервые. Мы помогли природе и рада, что я пошла туда. В эту лесопарковую зону приходят отдохнуть или просто прогуляться многие жители. А проводить свой досуг, безусловно, приятнее на чистой территории. Вот этот лес, лесопарк, он просто жизненно необходим для жителей нашего города. И действительно, в этом районе Одинцово зеленая зона всего одна, и необходимо ее беречь. Ведь совсем несложно после пикника сложить мусор в пакет и унести его с собой. Берегите окружающую среду. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».